В прошлом году я заняла 3-е место, поэтому я прошла в этом году, чтобы занять свое основное 2-е место. Айгул – студентка Хабаровского технологического колледжа. Уже 3-й год учится на повара-кондитера. Чтобы быстрее набраться практического опыта, регулярно участвует в состязаниях. В прошлом году на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» Айгул победить не удалось, поэтому решила вновь попробовать свои силы. Конкурс длился 3 дня. Были разные задания, и было очень интересно все. Были задания из сдобного изделия делать, хлеб. Два вида. Пироги, декоративные изделия и печенье. За практическим опытом в Хабаровск приезжают даже из Беларуси. Дарья Перелайка – будущий графический дизайнер. На чемпионате в нашем городе ей нужно было разработать логотип для бренда, дизайн упаковки и оформить сайт компании. Мне очень понравилось находиться, во-первых, тут, в Хабаровске. Очень интересное, красивое место у вас. И, ну, в плане вот познакомилась с другими профессионалами по нашей компетенции. Все очень трудоспособные, трудолюбивые очень сильно. А вас прям уровень? Нет, у нас тоже так, но тут прям виден уровень такого профессионализма. В этом году в региональном этапе чемпионата «Профессионалы» участвовало около 500 человек. Старшеклассники и студенты состязались за победу в 71 компетенции. Помимо пекарей и дизайнеров, среди молодых людей выявляли лучших педагогов, водителей, акушеров, механиков и геодезистов. Мы выступаем в компетенции технология моды. В этом чемпионате профессионалы принимают участие на площадке технологического колледжа. Их знают уже все педагоги, преподаватели. Они уже знают, на что ребенок способен. Она знает, что будут от нее ждать, чем она будет учиться. И поэтому, если к 9 классу уже ребенок выбрал свое направление, свою специальность, то это вот замечательный конкурс, замечательный чемпионат. Преимущество заключается в том, что студент получает, то есть, сертификат. Да? Этот сертификат он может предложить себе в портфолио. Приходят директора с разных предприятий, дают оценку, да, работы студентов, конкурсантов. Лучшие участники регионального этапа чемпионата «Профессионалы» смогут пройти стажировку на предприятиях края или сразу трудоустроиться. Также студентов и школьников региона ожидает отборочный тур, за победу в котором они получат путевку в Санкт-Петербург. Там пройдет финал национального чемпионата «Профессионалы». Дмитрий Павленко, Александра Пискун, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.